обследование окон с помощью тепловизора. Такой тепловизор, телефон CAT S60. Вот. Очень быстро можно определить, откуда его дует. Вот мы видим синее пятно. Сейчас перенастроится, вот перенастроился, вот показывает 5 градусов. Вот с этого угла дует, получается. Вот здесь вот внизу тоже поддувает. Вот, смотрим здесь, что у нас. Вот этот угол тоже немножко поддувает. Здесь стык импоста идет, скорее всего, с импоста поддувает. Сейчас я потрогаю. Здесь, да, вот поддувает чуть-чуть. Чувствуется. Здесь поддувает, чувствуется. Вот. Рука оставляет отпечаток такой. Сейчас посмотрим еще, где муж поддувает. Ну, вот основные как бы моменты это. Вот здесь вот дует. Вот видно. Петля уже подтянута здесь. Здесь вот чуть-чуть поддувает. Вот пятнышки эти прям хорошо видно. Вот так можно легко и просто определять, где дует с окон. Вот сидит кошка. Сейчас померим у нее температуру. Убежала кошка. Три градуса показывает у кошки. На улице сегодня минус 13 градусов. Показывает вообще минус 21. Там минус 12 показывает. Минус 11, минус 12. Здесь цветами все заставлено.